бо знову з того самого дна винурнула Симоньян, яка чомусь вирішила, що Російська Федерація, а ось тут увага, найкраща країна для життя. Ви тільки послухайте цю маячню. Жизнь страны изменилась невероятно. А что говорить о безопасности? Ты выходишь в любой российский большой город, идешь по улице, гуляешь, тебе светло, безопасно, чисто. Ну, про Москву я уж вообще молчу. Таких столиц, как Москва, в мире нет. Я много где была в мире. Ну, поверьте, их просто нет. Такого уровня безопасности, как в наших мегаполисах, не подразумевается западной культурой современной, что она вообще может существовать в мегаполисах. Ну, как это? Это невозможно. Это как, ну, как на французской Лазурке, например, да? У всех, наверное, есть знакомые, кто там отдыхает и прочее. Когда что-то у них происходит, вызывают полицию. Полиция не приезжает, если никого не убили, потому что это вообще не считается преступлением. И тем не менее, несмотря на эти проблемы, Россия сейчас – это солидная, очень серьезная и для них даже опасная дама с проблемами, которые она может решить и решает. Это не измученная женщина, которую хотят купить, продать, сдать в аренду. И это произошло благодаря Путину Владимиру Владимировичу. А что касается желания нас купить, так я хочу напомнить, как при царевне Софии мы очень незадорого купили Киев за 146 тысяч рублей. И, может быть, это повторим. Щоправда, чому тут дивуватися? Маргарита традиційно відпрацьовує свої криваві рублі. Ну і, звісно, стелиться перед бункерним диктатором. От тільки працюючись такі заяви виключно на внутрішню аудиторію. Хоча й на болотах, мабуть, не всі вже то вірять у байки про красиве і заможне життя, судячи з наступного відео. Почему ми сьогодні молча просто смотрим на то, як уничтожається наша страна? Задайте себе вопрос, что вообще у нас происходит в стране? Как долго будет происходить этот развал? У нас развалили практически все. И сельское хозяйство, и образование, и медицину, и социальные какие-то моменты. У нас практически нету, не осталось природоохраны. У нас горят леса, у нас топят регионы. И никто ни за что не отвечает, никто не несет ответственность. Скажите, пожалуйста, вот как давно у нас вообще все это началось? Меня поражают вот эти наклейки на машинах, да, где написано «можем повторить», вот эти похабные наклейки. Так почему же мы на самом деле не можем этого повторить? Почему нам страшно пойти и открыть рот, сказать тем же чиновникам, вменить им эту ответственность, которую они вообще заслужили уже давным-давно? Почему нам страшно объявить импичмент президенту и всему правительству, которые продолжают, по моему глубокому убеждению, по наветам глобалистов разрушать и сдавать нашу страну без боя? А ще є ж громадяни Арефії, які вже не дуже то й впевнені, що так звана СВО йде по плану. Особливо, коли стають свідками того, як безпілотники атакують об'єкти на території Росії, як було і на цьому тижні. Все-таки попали, да? Вон, ребята, горит. Седьмой прилет. Да. Это седьмой дрон сейчас прилетел. А от на тимчасово окупованій території пропагандисти намагалися усі ці дні створити свято і показати, як місцеві радіють руському міру. І це верх цинізму – демонструвати такі кадри у той час, коли Росія продовжує обстрілювати і знищувати Україну. Ви
посмотрите, сколько автомобилей. Это все желающие поздравить наших ветеранов, передать им частичку тепла, частичку парада. Да, сегодня сложно, да, сегодня небезопасно. Вот поэтому все жители собрались, чтобы передать эмоции и слова пожелания. И этот автопробег посвящен нашим ветеранам. И все, которые проедутся по всему городу, по всем памятным местам, эмоции просто шикарные. Уважаемые ветераны, всех вас с праздником! Це Луганськ. І знову все в кращих традиціях російської пропаганди. Форма, прапори, усміхнені діти і дорослі. І, звісно, спотворена реальність, бо за кілька кілометрів від цього дійства лунають вибухи. Тим часом люди на відео. Это даже не столько значимый праздник, сколько, вот, как говорят, со слезами на глазах, действительно. Каждый год мы участвуем в автопробеге, каждый год мы ходим на парад. Для нас это, ну, очень-очень важно. Мы помним, гордимся. Ну, и дай Бог, чтобы все было хорошо, и мирное небо было все-таки над нашими головами. И всегда в душе у нас этот праздник, он вызывает такое чувство, ну гордость, такую гордость. Которую ніхто не пойме. Схожа картина була і в захопленому Маріуполі, який росіяни в день Побєдобєсія 9 травня взагалі перетворили на машину часу в СРСР. Усе місто було обклеєне радянськими прапорами та георгіївськими стрічками. І, звісно, не обійшлося без танців на кістках. Та й тут цинізм окупантів не знав межі. Радянськими плакатами були завішані навіть аварійні та зруйновані будинки, ремонтувати які псевдовлада не поспішає. Замість відновлення інфраструктури окупанти зосередилися на ідеологічній обробці населення.